одна мать Туяна чья-то, она говорит, я вчера ездила, разбиралась, бегала везде, в прокуратуру тоже. И вообще, говорит, получилось так, что выяснилось, что ее сын или муж, я не поняла только, вообще по документам находится в России. А он находится вместе с вами. Мы все по документам находимся в России. А ты находишься не в России, ты полностью в этом? Да, смотреть. Ну звоните Владимиру Владимировичу и также еще там собирайте вот все вот здесь, которые мы есть, 10 тысяч человек, всех жен, матерей, и пишите заявление, что тогда. Почему наши 10 тысяч солдат находятся по бумагам в России, а на самом деле они в Украине?